Приехали в Костко, будем делать супер закупку. Это оптовый американский магазин, крупнейшая сеть. Так, мы внутри. Сейчас возьмем пару стульев. У нас есть уже парочка складных. Давай, Анастасия, под низ. Смотри. Надо. Наверное, кто-то его поэтому и отставил. Садись. Вроде бы нормально. Садись. Не знаю. Какие-то мы... А, нет, они были тонкие такие. Другие. Много-много всего. Что возьмем? Да вот, смотрю. Блинчики, рекомендовали шоколадная French Crisps. Вафельки давай еще. Давай, давай. Давай. Так. Яблоки 8,99, 7,99. Всякие, всякие. Да, берем яблоки, да. Набирай больше фруктов. Груши будем? Да, 3,99. Ну, возьми груши. Я прям звезда. Звезда, ты моя звезда. Так. Поехали за салатами. Поехали, давай. Я сам. Так, заходим. Хранилище салатов. Здесь Настя тарится на торт. Ну что? Ценник 9,99. Дорогая. Может, хорошая? Плохая. Плохая? Не, плохая. Ну давай, как Владимир берет там из глубины. Ой-ой-ой-ой-ой. Более-менее. Ну бери. Она разная, смотри. А, это стоит 5,49, а это 9. Может, тут как-то поближе, ну, вот, смотри, глянь. Вон он какая-то давленная, нет, да. Там заплесневшая. Не то. Ну что? Вот это, ну, тут. Ну бери ее. Так, а салаты какие? Так, цезарь ищем. Так, ценник 6,99. Ну что? Ищу. Цезарь, это не цезарь. Органик, цезарь, салат кит. Бери, ну, что-то, да бери. Два, да, бери. Что следующее? Может, там дату надо глянуть. Круассаны для детей. Они пустые, там разрезаешь. Начинкой можно наполнять. Что дальше? Французский багет. Горячий. А? Вы едите баранину? Едим, мы все едим. Дети любят кукурузу, взял кукурузы. Так, поеду к Анастасии. Что там, 9,99? Да я смотрю по срок годности. Все по 29. Ну что, выбрала?
теперь своей путаю. Кукуруза есть. Теперь... Все, закрывай кукурузу, прячь ее. Так, это что у нас? Свинина? Нет, это чикен, курица. Курица? Да. Настя решила взять филе, давай. Филе. Тележка все больше и больше заполняется. Едем дальше. И еще? Еще филе? Так, мы нашли сыр. Хавар, типа рекомендации. 8,99. Все. Идем дальше. Так, еще сыра. Может, вот эти большие взять? Так, надо смотреть, чтобы они были не били. Это что? Молоко. Давай сюда. Она помнет там. Не-не, вот сюда, ничего, ничего страшного. Готовая пицца. Давай. Берем. Бери две, наверное, Настя. А, две внутри? Да. Дай поближе посмотреть. А ты как получается? Ты просто сыпешь или нет? Нет, просто сыпешь. Прикольно. Так, мы нашли масло несоленое. Я вот здесь добираю, чтобы не ставила пить какие-то. А, ну наши питьевые. Что еще? Я ищу мороженое. Это творог, да? Так, нужно Насте крем для взбивания. Сейчас посмотрим. Вроде бы оно. Все, мы полюбили ее, да? О, Настя. А до скольки год? Набери еще одно. Торты будешь печь. Что ты? Давай, давай. Вот сейчас вот я на этот чизкейк. Сколько стоит? 19. Нет, 11,99. 7,70. Так, замороженные ягоды. Ищем. Уже на София любит. А сколько стоит? $12. На София надо еще взять, потому что не скоро мы приедем. Давай. Оно гораздо дороже в магазине. София его съест за 2 дня. Так, овсянка, яблоко, корица, коричневый сар и спайс, синамон с перцем. Спайсы какие-то специи, ну я да. Не знаю какие. А вот эти вот, вот это другие. Ну тут еще с добавлением, вот это тут клим, сахаром, это да? С добавлением, нет, сухого молока во всех. Угу. Настя, если бери что-нибудь тоже. Полезное. Полезное, это не надо? Да, полезное что-нибудь возьми. Ну, возьми это быстро приготовь. Ну, возьми быстро приготовляй. Вот это полезно, это вот там стоишь. И, по... плиты, и мешаешь, пока не пригорело. Это очень большое. Как сдохнуть? Нет, еще. Выживем. Вот это вот. 110 курицы. Возьми поменьше. Я не собираюсь прожить 110 лет. Лет 100. До любого мне вкуса. Ну давай, что-нибудь. Давай, бери. Пойдет. Все, молодец. Мы нашли мед чистый, нефильтрованный. Чипсы с солью, видите? У нас все такие едят. Оригинал. Так, Софии купим единорога. Она просила, выбрала розового. Стоит $10. Были еще всякие поросята, единороги. Так, моющие. Нет, это для стиралки. Что ты там взяла? Какие ты брала? Ой-ой-ой-ой. Куда же это засунуть? На мороженка, что ли, положить? Таблетки, да, их касаешься. Ну вот, для посудомойки. Ты прям как есть. Там такая пленочка тоненькая. Салфетки для смягчения белья, для стирки. Стоит $9.99. Такие взяли печеньки, 8,99. Попробовали маленькую упаковку, взяли теперь большую.
Ну возьмем, я вот это возьму. Потому что может быть Илья будет есть, может мы будем есть. Возьмем подушки. Какие? 1799, вот эти? Да. Две подушки. Две подушки. Так, вот это попробуем, вот эти. Еще. И вот эти, бери, это взяли себе, говорит, любит ее, да. Фруктовая начинка, инжир и прочее. И выбрала цветок. Красота. Азалия. Азалия. Глядя на нашу тележку. Помнишь, ты мне когда это предлагал? Руку и сердце? Да, да, азалия. Поменьше гораздо. Наша покупка на $539.29. Вот это аппетит у моей семьи.